Друзі, 19 січня в районі села Зайчевське від вантажівки відірвався прицеп і врізався в легковий автомобіль. Той загорівся, і в цьому автомобілі взагалі їхало подружжя з маленькою дитиною. І небайдужі люди зупинилися і допомогли сім'ї, скажімо так, врятували, дістали із палаючого автомобіля. Сьогодні, не побоюсь сказати, герої цієї історії, рятівники у нашій студії. І так, друзі, в нашій студії сьогодні Умут і Сабір Ширінови, так? Дякую вам, що ви до нас завітали, що знайшли в своєму графіку цей час. Я знаю, що вас зараз буквально везде зовуть, всі інтересуються цією історією. Понятне діло, що ви, мабуть, і не ожидали такої огласки, коли це все відбувало. От розкажіть, можливо, свої, ну, саму історію ми знаємо, а от самі ваші емоції, що ви чувствовали? Ведь, мабуть, розуміли, що вот доли секунды играют какую-то важную роль. Да, правильно. Было мало время, и каждый человек может в то время появиться из страха. Мы это тоже прожили, как бы. Но несмотря на это, мы помогли эту семью, вытащили из машины. И как вот удалось так вот собраться, да, вот в эту долю, да, доля этой секунды, когда человек либо упадает в ступор, либо боится даже что-то сделать, пошевелиться, да, а тут вот надо срочно действовать. Да, машина, двери были закрыты, мы не могли их открывать, кулаком несколько раз ударили и не дала результат никак. А потом открыли багажник, через багажник взяли малыша. Потом открыла одну дверь, вытащили мамашу на улице, а потом мамаша поправила, потом начала огонь побольше, и мамаша попросила, что не оставите мужа там. Фактически там было зажато между сиденьем, и нам удалось и папашу. Самое сложное было, да? Очень да, сложно было, очень. И мало времени было. Прошло бы еще 3-4 минуты, а никто бы не рисковал туда. Как бы и мы тоже не рисковали бы. Ну это, наверное, что судьба, что вас так послала, да, именно. Это вот в эту точно минуту именно еще и остановиться, да, не просто проехать мимо, как всегда обычно. Проезжаем, посмотрели, вон, да, происходит происшествие. Потом почитаю в новостях, что это произошло, да? Да, было бы больно, если мы не помогали бы. Было бы больно. А так, слава Богу, что нам удалось их вытащить с машины. Самое страшное, если мы 3-4 минуты поздно приехали бы туда, вот. Была бы другая картина. Это вообще там уже никакой вариант не был. А почему вы все-таки решили остановиться? И мы, вот, возможно, ваши первые действия. Мы, да? И когда ехали, увидели аварию. Мы сами чуть не заехали в прицеп. Я вышел с машины, что претензии иметь водителям, что почему не знак. Обычно, когда знак нету, мы ветку ложим, ну, на, да, дорогу, как бы, чтобы водители видели. А потом я побежал к нему, честно сказать, порваться, да, да. А так там увидели, я ему спросил, мы то есть спросили, что почему знака нету, почему не ветка, а он руками показал, что мы аварию попали, типа, а на низу там речка. Даже получается сказать ничего не стало, да? Да, получается там речка, и там внизу горит машина. Двое, а дальше мы ничего, двое бы. Дальше мы с ними не разговаривали, отпустили вниз, начали помогать им. А водитель потом мне следующий день сказал, что он закрыл все двери, потому что малыш машина был, и центральный замок он закрыл, ну, да, все двери. Поэтому очень сложно было, не могли открывать двери. И так удалось, слава Богу, чтобы им мы помогали. Это нам очень радует. Наверное, просто водители грузового автомобиля были просто в шоке. Очень, от происходящего. Да, да. Это тоже надо сказать, что они были не себя, как бы напряжены, скажем, были. А когда мы вышли из машины, вот дорога была полностью семечки, через семечки мы поехали, мы сами чуть не попали в аварию, там игольник был, да, еле-еле, мы поехали дальше, где-то 150 метров дальше, мы остановили машину, мы с ними где-то, ну, один минут разговаривали, когда мы слушали, ребенок плачет. Крик ребенка был, да, это я не сказал. Мы слушали. А когда я видел, вот это водители двое, они так, ну, в шоке были.
Да. Шок. Напряжение было сильное. Да. Шоки были. Я не могу сказать, они виноваты, они неправильно сделали. Я ничего не могу сказать. Это случай у всех может быть. Они, мы тоже водители, я знаю. Я понимаю, чтобы они шоки были. Уже у нас время не было с ними. А что вы это самое? У нас мы видели машину, мы понимаем. Я сам тоже попал в аварию. Я видел, там ребенок плачет. Я думал, нам 5 минут время есть. И все. Мы опускались, она спуска была там. Не то, что машина полностью горела. Просто прошло, чтобы 3 минуты, никто не рисковал. Ни я, ни вы, ни другой. Никто. Конечно, у каждого есть своя семья. Да, да. Просто и невозможно было бы их вытащить из машины. Прошло, что 3-4 минуты, потому что было побольше огня, и никто бы не рисковал. А когда... А так мы открыли, когда дверь уже... Пошло больше огня, как бы. Дым было, ничего дым не было. Видно было. Салон. Даже я еле-еле малыша видел, да, через окошко. Все послушал. Когда я малыша взял, вообще не видно было. Хорошо, что он меня послушал. Я сказал, дай руку, дай руку. Вот он был сверху, сам сверху. Мама лежала, папа лежала, так друг друга зажаты было. И сверху малыш сидела, плачла. Тогда не видно было. А когда мы малыша взяли и маму взяли, а уже опускали, чтобы папу помогать. Женщина попросила нам, чтобы муж остался там. Уже мы видели, там очень мало времени. Я даже брата сказал, может... Это просто повезло. Да, да, брата я даже сказал, может, ну осторожно, у нас тоже семья есть, чтобы, слава Богу, мама, дети, это живой. Ну, осторожно, чтобы рисковали просто, да. Да. Вот так, да. Да, это газовый баллон, уже она горит, ну, полметра момент еще, эта девушка молодец, она в плохом состоянии была и не забыла про мужа. Это меня тронуло, просто так, она попросила не оставить мужа. Вот очень такой момент, что... Дай Бог здоровья эту семью. Чувствуете ли вы себя вот героями? Такой, конечно, да, глуповатый немножко вопрос, потому что... Как бы себя скажет. Не для этого все-таки спасают. Мы себе героя не называем. Если так народ считает, то пускай будет. Хай народ нам герой, если считает, а мы, как я могу сказать, я герой. Я не хочу себе, мы не хотим себе герой назвать. Хай нам кто-то герой называет. Это делается вот все ради меня приятно. Ради а я Бога. Скажу, я герой, но это не... Хочется верить, что в этой ситуации каждый сможет совладать своими чувствами, да, и поступить так же. Ведь конечно. Как мы поступаем, хочется, чтобы с нами поступали. Если не да. дай Боже, конечно, чтобы... Да. Единственное, там я не хочу больше ничего не сказать, но не люблю, не хочу. Просто помочь не был. Единственное, у нас помогал... У нас двое родные братья есть, он нам помогал. Ну, моя жена, брат младший, он помогал. Паша Ивагил, он нам помогал. У нас помочь не было. Не было. Ну, конечно, каждый боится как бы рисковать это, но это очень сложно было, хочу сказать. Очень даже сложно было. И очень... Страшно было. Словами передать. Вот так мы сидим. Это здесь не могу сказать, а там так страшно было, очень страшно было. Вы понимаете, там газовый баллон, огонь уже чуть-чуть остался, а муж там. Не то, что газовый я баллон. Я лично говорю, как она есть, я уже не хотел помочь мужу, я боялся. Я уже так боялся. Вот без газовой баллона. Первое, конечно, и... первую помочь. А да. потом уже начинаешь да. соображать, вот, что вот, что понимаете, может пройти. Вы когда вытащили уже мужа, через 2 минуты начался сильный огонь. А если мы 2 минуты опоздали бы, мы сами там умерли. Точно. Хорошо, точно. Что вся эта история да. закончилась да. хорошо. Да? Слава и же, хоть да. мы сейчас это вспоминаем, но вспоминаем уже... Ну, и с одной стороны, да, неприятно, что водители грузовика не подбежали, да, начали помогать и так дальше. С другой стороны, мы не хотим за это. С другой сказать. Стороны, хорошо, что да. все хорошо закончилось, или что да, вот так да. вот эта вся история. Может, они в шоке были. Еще ну, да, не нам судить, как это да. говорится, да.
Спасибо вам большое, что нашли минуточку к нам зайти, скажем так, рассказать историю со своей стороны, потому что одно дело читать, одно дело где-то что-то, а вот вы в нашей студии рассказали. И, возможно, извините, что пришлось опять вспомнить, пережить эти все события. Ничего не страшно. Дай Бог эти семьи здоровья, пускай живет. Это их день рождения, как бы 19-го. Очень второе, да, день второе, как бы. Желаю от Аллаха им здоровья и здоровья. Так вам большое-большое спасибо, что к нам пришли. Вот не побоюсь сказать, что в нашей студии сегодня были настоящие мужчины, настоящие герои.